Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем ролике мы посмотрим очередную игру для планшета, которая привлекла мое внимание. Нашла я ее по запросу PonyCraft, называется она «Маленький пони ремесло. Мир пикселей. Игра девочек». так вот называется. Скриншоты тут прикольные, видите, поняшки и даже какие-то у нас элементы из сериала. Допустим, вот наша ратуша, домик дэшки и так далее и тому подобное. И даже вот Twilight у нас прикольная. Описание, как всегда, супер перевод с китайского. Играть в игру с небольшими не бесплатно, дружба и радугами. Пони с немного искрятся, радуга, фея и волшебный лес. <связь> Ужас какой. Обновлено 8 ноября, требуется iOS 6, и давайте ее посмотрим. Выбираем опцию «Играть». Ой, я чувствую, тут будет много бесплатной рекламы. Конечно же, я ее постараюсь вырезать или как-нибудь заблюрить. Куда мы падаем, О, боже, что происходит. Так, ну игра у нас для планшетов телефонов. Кстати, на Android она тоже есть, не только на iOS. Сейчас она прогрузится. Ой, и я вижу другую пони. Я ж пони, надеюсь. так, я вижу... Ты кто? Ты Флаттершай? О, боже, интересно. Ну, естественно, они без лицензии все это Куда ты? Куда ты? Флоттершай, вернись. Вернись. О, боже, я под, под флоттершай. А, дай я на тебя посмотрю. А, какая прикольная лошадь. Она стоит в воздухе. Флоттершай левитирует. Она у бабочек научилась летать. Прикольно. А вот такая вот лошадь. Ой, там еще кто-то летает. Забава. Привет, флоттершай. А что значит подковка? Ой, я села на лошадь. То есть мы не лошадь, если мы сели на лошадь. Что тут... Это пегас, это... Стоп, это фиолетовый. Не знаю, это на Твайлайт похоже. А там что-то с разноцветной гривой на Rainbow Дэш. А почему их по две? Что это за это самое? Мы сели на лошадь и... О боже, это замок искорки. Ну, Твайлайт в смысле, да? Слушайте, ну, они явно, конечно, все это без лицензии делают. ты тыгдын, тыгдын. Тыгдын, тыгдын. гдын, ты гдын вот это прыжок, да? Да, это прыжок а, забава. Так, а что мы еще можем делать? Что значит а, удалить? Это копать, а плюсик поставить обратно. Понятно. Также у нас, ну понятно, стрелочками мы управляем. Лошадки. Ну, наверное, во дворец на прям на лошади заезжать не очень удобно будет. А, так, фотошай давай мы сейчас Иди, Флоттершай, я тебя отпускаю. Почему у тебя глаза такие ульные? А, Флоттершай уже не та. А где крылья у Флоттершай? Почему у Флоттершай не летает? Что за китайцев опять все напутали? Флоттершай тоже должна летать. Ну, она не должна летать, но она хотя бы должна быть с крыльями. И Флоттершай ушла. Там не прогруженный фон. Забава-забава. Еще у нас есть в интерфейсе непосредственно кубики, которые мы можем ставить также цветочки и предметы, да. А, и это, наверное, рекламы, которые мы должны посмотреть, чтобы разблокировать блоки, судя по всему. Ну, давайте что-нибудь. Я, конечно же, рекламу потом вырежу на видео, но, наверное, это она. Посмотреть еще рекламных объявлений и разблокировать блок. Отпереть. Мы посмотрели под бодренькую музычку рекламу. Кстати, в самом приложении музыки я что-то не слышу. И да, в общем, можно посмотреть еще больше рекламы, разблокировать различные блоки, из которых можно строить. Соответственно, можно не только земельку ставить, но и другие блоки. Да? Вот, допустим, раз. Так у меня такая земелька и была. Тут была снова врезка, потому что я попыталась зайти в меню. В меню мне показали рекламу, после чего игра вылетела. Потом я опять попыталась зайти в меню, в меню мне показали рекламу. О, боже, короче, здесь это какой-то симулятор просмотра рекламы. Я хотела, кстати, в настройках, что у нас есть сразу, чтобы не заходить второй день. Видимая зона, полдень, качество, видно расстояние. Ну, мой планшет сильно не потянет, поэтому ничего трогать не буду. Вот игровой режим, летающий, прикольно. Это типа Самого творческого мода. И что я теперь могу летать? Е -е 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 -е. Ой, подожди, рейнбоу Dash. Я летаю, как Рейнбоу Dash. Так. Кстати, прикольно. Действительно, дворец. Ой, там кажется, кто-то застрял. Или нет? Или да? что такие глупенькие, что вы застряли в замке. Так, ты Твайлайт, да, наверное? Да, она Твайлайт. Так, я тоже не хочу застревать в замке, потому что я потом чувствую, если за застряну, я <laughs> не вылезу из этих текстур. Так, ну, короче, здесь почему-то море каких-то Rainbow Дэши летает и Твайлайт, а Футерша у нас почему-то земнопони. Да, ну что вы все прям... А на вас можно кататься, интересно? Ой, сколько тут Rainbow <звы> <звы> Нет, я не могу их догнать, чтобы на них покататься. И, мы, наверное... А, вот это Apple Jack, да, наверное, судя по тому, что она оранжевая. Так, вниз. Apple Jack! Привет! Привет, Apple а, Тоже, Ну, тут она понятно земнопойник, как и надо. О боже! Что, на тебя тоже можно покататься? Apple Jack такая, не катайся на мне! Где подкова? Была подкова. Подкова. Наверное, надо опуститься. Ей, мы на Apple Jack. Короче, тут походу реклама просто на каждый чих. Я так и не поменяла, кстати, другой кубик, чтобы поставить, попробовать. Так, давайте сначала, наверное, сходим в замок, потом я попробую еще заниматься строительством, потому что опять игра вылетит а я вам до сих пор ничего интересного не показала. Так, спасибо, Apple Jack. Стой тут. Пол какая такая пришла в гости к Твайлайт. Чем у вас кормят? Кормят у вас чем-нибудь или нет? А, боже, что мне кажется, с полетом я только запутаюсь сейчас. Так. Еще тут, кстати, есть какая-то иконочка факела. А, это вот освещение меняет. Ой, красивая стала Apple с освещением. Так, отлично, ладно, давайте зайдем уже внутрь. Дверь. Вижу. Заходим. Так, заходим дальше. Oh, боже, у а, меня вот сейчас клаустрофобия начнется. Так и куда тут? Да, куда? Куда, куда бить? А, вот я есть... oh, Боже. Да. Так мы, наверное, поднимаемся куда-нибудь наверх, да? Там тоже что такая здоровая oh, uh, площадка была наверху. Наверное, здесь внутри что-нибудь есть в домике. Например, Библиотека. Очень типично для Twilight, когда у нее наверху библиотека. А, так и а, о кровати прикольно. Только вот с ними ничего делать, наверное, нельзя, да, судя по игре. Ну, видите никаких. А, вы можно развернуть, забавно. но никаких иконок взаимодействия я не вижу. Что с кроватью? Вот так было. Короче. Нет, я могу только... Я могу все это разломать, <свят> <свят> но никак взаимодействовать я не могу. То есть, я не могу там что-нибудь скрафтить конкретного, да. То есть, ну, вы видите. Как бы я только убираю, добавляю элементы. То есть, могу чисто строить. А, ну, сделано, да, прикольно. А это тоже может все разрушить, да. Можно поломать замок Твайлайт. <свят> Да, интересно. А в инвентарь мне это добавляется? Если что, еще раз была реклама, я, наверное, больше на этом акцентировать внимание не буду. Просто реально каждый раз, когда заходишь вот сюда вот в меню, почему-то показывают рекламу, причем секунд 30-40. Поэтому, да, в общем, я вас предупредила. Дальше я буду чисто вырезать, это не буду каждый раз комментировать. И я не вижу тех блоков, которые мы вырубили у Twilight сейчас. О, боже, 28 раз посмотреть рекламу, чтобы открыть вот эту штуку какую-то. Да, это она очень терпелива в детей рассчитана, которые будут долго и упорно что-то выбивать. В общем, да, я не вижу, чтобы блок файлы, который мы только что ударили, к нам куда-то добавился. Соответственно, мы можем только разблокировать те блоки, которые у нас здесь имеются, <космех> и строить непосредственно из них а, ну, они наверняка тут все имеются, которые вот здесь в замке. На, наверное, не знаю. <со> У меня есть такое предположение, что да. Ну, вот ковер, допустим, там такой красненький был. Но выламывать блоки из другого места и переносить их на какое-то свое, судя по всему, здесь игра не подразумевает. То есть мы можем только смотреть много-много рекламы и потом что-то строить из этих блоков. Давайте я выберу вот, допустим, такой беленький блок. И я могу его теперь ставить, куда хочу, допустим, на это место. На это место. А вот надо вниз посмотреть. Да, в общем, вот мы выбираем блок и, соответственно, можем строить из этого блока, посмотрев предварительную рекламу. Вот мы вышли на балкон, внезапно ночь, и такие пегасы с реактивным следом. Соответственно, да, в принципе, можно что-то Посмотреть много-много рекламы, накрафтить себе, э, в смысле, э, получить элементы и потом из них уже э, что-то строить. Что-то строить э, изначально. А я не падаю, потому что я сейчас Пегас. Я себя, конечно, не вижу, но, судя по всему, я Пегас. Был этот самый земнопоним или единорогом и стал Пегасом. Там опять Флаттершай у нас бегает или что? Давайте полетаем, посмотрим, что у нас вообще в округе, кроме замка, есть. Есть ли у нас что-нибудь вообще, в принципе, кроме замка? И флоттершай, которая ходит по горам. Ты чё, горный козел? Горный флоттершай. так, мы видели четырех пони, не видели Рэрити и Пинки Пай. А, кстати, да, замок довольно прикольный со стороны. Ещё Короче, тут гора Флоттершаев, гора всех. Их тут не по одной ходят там и Пол Джек стоит, который мы привели к замку. Он а, достаточно красивый, кстати, замок, смотрите, вечером освещается, а если убрать освещение? Ну, судя по всему, на замок это не влияет, наверное. Еще мне интересно, сколько тут, в принципе, длится ночь. Потому что прорисовка у меня маленькая, и ничего не вижу. Вообще, есть ли смысл куда-то лететь? О, кажется, у нас рассвет. Рассвет. Сейчас свет Так, ну наверху вроде никаких секретиков я тут не вижу. Да, вроде все. Ну, жалко, конечно, что нельзя лопанти строить из того, что наломал. То есть только непосредственно открывать блоки и строить уже из того, что открыли сами. Еще очень прыгает эта гнетущая тишина, честно. Туалет полетела на фоне. Ладно, вроде бы уже утро. Теперь я просто полетаю, наверное, по округе и посмотрю, что тут еще может быть интересного, потому что... Так, прорисовка, я надеюсь, будет прорисовываться. Главное не влететь в гору в какую-нибудь с такой прорисовкой. Ну, как я уже говорила, в принципе, если у вас... Ой, две, две, две даже заспаунились. У них какая-то это самая, они улетели в облака. Они разошлись. О, на меня летит твоя от меня летит. В общем, да, у меня планшет э, старенький на самом деле, и э, у меня он банально будет, скорее всего, зависать, когда я буду пытаться поднять прорисовку, поэтому мы будем таким образом исследовать, <laughs> если тут что-то интересное, кроме замка а, и блоков, которые, чтобы строить, надо что-нибудь... Откуда вы прям респаунитесь еще по две штуки? Боже, у меня слишком много пегасов. <laughs> так, угу, тут у нас что-то, какой-то пляжик. Давай, отрисовывай пляжик. Игра. У-у-у, прям-прям море море. А в воду, ну в воду можно залететь, я думаю. Да, в воду можно залететь. Ну, в общем, да, тут в принципе ничего не меняется. А, вот, если, кстати, а вот, чтобы не было такой гнетущей тишины, можно просто ходить пешком. Тогда она будет сокнуть. А, в общем, кстати, прыгает она на автомате, можно не обязательно нажать кнопку прыжка. Uh, опять флоттершай. У вас есть другие пони? <laughs> Кроме флоттершай. О! О, рэрити! Рэрити, две. Две рэрити. Почему вы парами спаунитесь? <laughs> Целых две рэрити. Mm, без рога причем. Где у вас рог? Куда вы рогу <laughs> ah, Кстати, освещение это вокруг меня. Прикольно. Ладно, пока днем выключим. Mm, короче, да, вот если чуть дальше пройти, у нас тут спаунятся uh, рэрити. И мы... Ой, Рерити. Рерити, что ты хочешь, Рерити? Давай, ты на... Давай я на тебя покатаюсь. Ей мы взяли одну из Рерити в заложники, и теперь покатаемся на ней. А, да, мне все еще интересно, если тут вообще на карте какие-то другие постройки. Здесь, в принципе, игра можно сохранить, и она сохраняется. Вот, когда она у меня вылетела, я продолжила с того места, где остановилась. Ну, можно перезагрузить новый мир, начать. Вот, ну, можно копать, не знаю. Ну, вот проблема в том, что я не понимаю, зачем копать, потому что в инвентарь ничего не складывается, крафтить ничего нельзя. То есть можно только строить из тех блоков, которые ты открываешь непосредственно вот за рекламу. В общем, довольно такое, на самом деле, куцое приложение, если подумать. <laughs> Близко даже не стоит с обычным майном. Как-то так. Но зато здесь есть сразу пони. Не беда, что Рерити не единорог. <laughs> Под Торшай не пегас. <laughs> зато на них можно кататься. Блин, ну серьезно, у вас есть что-нибудь, кроме леса? Или у вас тут теперь просто рендерится лес в, в, в этом бесконечном... О, боже. Я <laughs> сейчас куда-нибудь заеду, чувствую. В общем, да. Такой какой-то очень бюджетный вариант Майнкрафта. Даже тот Майнкрафт, который на планшетах, мне кажется, он таки поинтереснее, но он таки платный, вроде, да? Я никогда не играла, честно говоря. Боже, мы застряли. Так, можно нам брать один блок, чтобы подняться? Да, они как-то парами спавнятся прям. Все лошади. Все мне надоело отстань так давайте взлетим повыше ну короче нет походу сделала здесь никаких других построек я не наблюдаю только вот пони пешеходные пинки мы еще не видели как вы думаете есть ли тут пинки где-нибудь ну не знаю, ну любители. Если, о, тут наверху снег все-таки есть. Если вам очень хочется поиграть в пони Майнкрафт, но у вас нету Майнкрафта э, нормального и не знаете, как поставить на него пони мод, то можно, конечно, поиграть и в это, но очень такое, знаете, сомнительное удовольствие. Можно вверх лететь. В принципе, сто... строить реально. Я хочу до облака долететь, в чем проблема? Назад могу. Боже, опять ночь. Опять ничего не видно. Да и Мне все-таки интересно найти пинки. Если пинки... Ну, строить по понятным причинам я сейчас ничего не буду. Потому что я не хочу смотреть столько рекламы, а потом ее вырезать на видео. Ну, игра, конечно, щатас. Так, ну хоть что-нибудь, ну хоть что-нибудь. В общем, да, конечно, связка Minecraft плюс Pony Мод, оно Интереснее, чем это. Хотя тут ничего ставить не надо, тут уже все сразу есть. Ну, в смысле, есть пони, есть Майнкрафт. <laughs> Или около того. Сложно назвать это нормальным Майнкрафтом. Еще мне интересно, что нельзя об общую карту посмотреть. Опять Рэмбоу Dash откуда-то за то, что вот я, допустим, уже потерялась. Я не знаю, в какой стороне мой дом. <laughs> Правда, непонятно, зачем здесь дом, когда на нем нельзя спать. Так, мне интересно, еще вот до облака долететь, реально ли? Ну, да, в общем, ничего интересного больше я тут не вижу. Все те красивые картинки, которые у нас были на превьюшках, очевидно, это можно построить, если разблокировать все блоки. Да. Так вот. Нужно больше рекламы. Ничего не видать. Давайте попробуем снег поставить. Я потренируюсь, пока расцветет. Они <laughs> реально такие <спаунятся. смех> По две штуки. Так, снижаемся. Ну, короче, чтобы строить, выбираем э -э место. Вот так, э и на него... Пынь. Вот тут нам, собственно, мы видим, какой блок ставим. да, медленно и печально. Но блоки, судя по всему, бесконечные. То есть вам достаточно открыть э вид этого блока. И потом хоть заставьтесь. <laughs> да. Нужно больше рекламы. Ну, да, в принципе, строить можно, но не знаю, опять-таки, насколько это, насколько это терпения хватит у людей. В принципе, пока ждем рассвет, наверное, можно попробовать покопать чисто для интереса, есть ли там что-нибудь, кроме земельных блоков каменные какие-нибудь. Вообще, на сколько клеток тут можно копать вниз? О, камень. <laughs> прям как Майнкрафт. Прям можно копать, копать. Перекопать. <laughs> а, да, да, Ну, в принципе, в принципе, можно копать прям под собой, потом просто взлететь, судя по всему. Так, а вот этот блок. Кто? <laughs> так, ж -ж -ж. Мы ходим под землю. Так, удалить, удалить, пуститься, удалить, удалить, удалить. Опуститься, удалить, удалить, удалить. А как вы думаете, есть ли тут конец карты? Можно ли докопаться до? Черт, я же не люблю узкие места. Так, еще ниже. То есть, сейчас у меня разовется клаустрофобия. <свист> ну, короче, горных пород не замечено. Просто немножко камень начинается, и потом... <свист> <свист> да. <свист> а, боже. Надо было считать, сколько, сколько уровней вниз идет. <свист> Слушайте, может, он бесконечный вообще? <свист> Ну, в любом случае, я точно могу сказать, что ничего интересного внутри здесь нет. Ни пещер, ни камней их драгоценных. Возможно, мир генерится вообще без коней. Ой, мы докопались до верха. Серьезно? Мы копали, копали, оказались вверху карты. То есть она у них зацикленная, что ли? Да, это вот дырка, в которой мы начали копать. Мы копали, копали и оказались, короче, наверху. А наоборот, наверх можно долететь в самый верх. Вот до облака я хочу долететь хоть до одного. Они от меня улетают. Я не могу долететь до облака, потому что облака от меня улетают. Ну, вы поняли. Короче, вот, я стою прямо под облаком, Ну-ка я сейчас вверх, 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 вверх. Смогу я таки на облако залезть? Куда, куда, куда ты улетаешь? Вернись. Ну, я могу над облаком за, за, за это самое. Но оно от меня улетает. Вернитесь, облака. Облака, белогривые лошадки. Что вы убегаете? Почему вы от меня убегаете? О, они просто плывут по небу. Точняк, а если я буду стоять на месте, может быть, оно на меня наплывет? Вот я, смотрите, двигаю. И облако такое двигается вместе со мной. Мы в облачном слое. Да что вы. Так. Да это какая-то, извините. Что такое? Ну я хочу на облако? Хочу на облако. Короче, пока на меня плывут облака, наверное, буду потихоньку заканчивать, потому что много материала я не вижу смысла здесь о чем вообще говорить. Игра чисто из разряда, смотрим рекламу, открываем блоки, строим что-нибудь в стиле пони. Пинки Пай я так и не нашла. Вот. Из построек на всей карте я нашла только замок Твайлайт не уверена, что здесь что-то другое есть, потому что я все облазила и не нашла более ничего. Облака пролетают мимо меня. Если копать сильно далеко вниз, то мы просто выкапываемся почему-то сверху. То есть карта все-таки имеет какие-то ограничения. Очевидно, как по ширине, так и по высоте. Ну-ка, вот сейчас на меня облако наплывет. Наплывет на меня облако. Чуть пониже даже сделаю. Как оно от меня плывет или в меня врежется, что сейчас будет. Так, знаете, чисто интересно, бакфиксы. Вот, поэтому, ну, конечно, скачать, попробовать можете. Еще раз говорю, что игра есть и в App Store, и в, а... в Google Play, или где вы там скачиваете. Ну вот, я в облаке. Облако плывет сквозь меня. Но оно никак, я никак на облако не влияю, оно просто плывет сквозь меня. Так что, если вам показалась эта вещь интересной, то можете поискать по словосочетанию PonyCraft, и я оставлю, наверное, в описании, как обычно, ссылочки на приложение. В общем, да, облако просто сквозь меня проходит. Так что можете тоже все установить и попробовать провести как-то интересное место в этом месте. Облако сквозь меня проплыло. Вот, давайте, наверное, будем заканчивать на этом наш очень полезный, безусловно, обзор. Вот. И тогда увидимся в следующих роликах. Сейчас я спущусь к стаду рэрити. Стадо Рерити. Почему пинки не нашла? Почему здесь есть стадо Рерити, но нету ни одной пинки? Это тоже рэрити. Да, и там тоже рэрити. Возможно, пинки здесь есть. Как-то в, другой, в другом месте я не в ту сторону пошла, чтобы найти пинки. Но я уже обратно не вернусь. В общем, надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тама. Пока!